В преддверии профессионального праздника у здания регионального управления МВД чествовали сотрудников ГИБДД. Поздравить виновников торжества пришли первые лица региона. Государственная инспекция безопасности дорожного движения, ГИБДД. За последние десятилетия мы настолько привыкли к этой аббревиатуре, что многие уверены, так служба называлась всегда. Хотя до июня 1998-го, а именно тогда был утвержден указ президента Российской Федерации о переименовании, в нашей стране вопросами обеспечения безопасности дорожного движения занималась Государственная автомобильная инспекция, легендарная ГАИ, рождение которой датировано 3 июля 1936 года. Именно этот день на протяжении 85 лет считается днем рождения службы стражей дорог. Выступая на расширенной коллегии МВД, глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности дорожного движения – одно из ключевых направлений в работе органов внутренних дел. Благодаря решению президента сейчас на нашей территории реализуются проекты по безопасности дорожного движения, ведется масштабный ремонт автомобильных дорог, мостов. И, конечно, мы уже переходим на совершенно новый уровень работы нашей государственной дорожной автоинспекции. Мы видим, насколько активно развиваются аппаратные средства контроля, развиваются системы дистанционного контроля дорожного движения. Ну и надо отдать должное, что техническое оснащение сотрудников, техническое оснащение тех сотрудников, которые работают на дороге непосредственно, конечно, выросло в разы. Каждое из нововведений, совершенствующих оперативность службы и качество предоставляемых услуг, направлено на решение главной задачи – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Этой же задаче подчинена работа всех подразделений ГИБДД. Перечень задач, стоящих перед Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, чрезвычайно широк. Среди них – пресечение и профилактика административных правонарушений, оперативное реагирование на сообщения и информацию о совершенных преступлениях. Когда мне пришлось менять работу в МВД на пост депутата, я работать пришел в Тверскую область. И тут я хочу подчеркнуть, и сотрудники ОВД, и сотрудники ОВД все, мы тогда с вами вместе решили очень важную задачу. Насколько я понимаю, ее никто не повторил пока. Около 300 автомобилей мы изъяли за короткий срок из преступного оборота. Мы показали, что есть власть, и что милиция тогда может работать эффективно. Пешеход, скорость, внимание, дети, опасный груз, легковое такси, встречная полоса, красный сигнал, автокресло, контроль трезвости. Эти и другие профилактические операции постоянно проходят на тверских дорогах. Их цель – снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. Большая работа проводится с детьми. По-прежнему увлекательные и познавательные конкурсы и викторины, спортивные состязания, выступления тематических агитбригад. В авангарде такой работы юные инспекторы движения под руководством старших товарищей, инспекторов ГИБДД. Преемственность поколений – важная составляющая службы. Не случайно сегодня, поздравляя сотрудников госавтоинспекции, глава региона отметил и работу кадетов подшефного класса ГИБДД. А еще выразил слова благодарности ветеранам службы, тем, кто создавал историю ГАИ ГИБДД. Игорь Михайлович говорил, что многое сделано. И я хочу сказать, что эта работа будет продолжаться. Уже несколько лет в нашем регионе реализуется национальная программа «Качественные и безопасные автомобильные дороги». Огромная роль в реализации этой программы отводится именно сотрудникам ГИБДД, от качества службы которых напрямую зависит наша с вами безопасность.